творим добро, излучаем радость, концентрируемся на красоте, дарим счастье и делимся любовью. Когда мы творим добро, излучаем радость и счастье, мы притягиваем энергию, находимся на такой волне, которая соединяет нас с Божественным Источником и помогает нам во всем, в том числе в исполнении всех наших желаний. Проявляя доброту и любовь ко всему живому, мы обретаем поддержку Вселенной и высших сил и соединяемся с Источником этой силы. Кстати, когда вы проявляете доброту, это оказывает благоприятное воздействие как на вашу иммунную систему, так и на ваше психическое и физическое здоровье, стимулируя и увеличивая такое вещество в головном мозге, как серотонин, которое вызывает ощущение комфорта, блаженства и умиротворения. На первый взгляд это может показаться удивительным, но это так и есть. Распространяйте добрые мысли, совершайте добрые поступки, культивируйте и распространяйте любовь на весь мир, на ваших родных, близких, знакомых и незнакомых вам людей. Сердце, наполненное любовью ко всему миру, независимо ни от чего, даже к тем, кто обидел или оскорбил, ко всем живым существам, способно творить чудеса. А что значит творить чудеса? Это значит исполнять все свои желания и мечты, в том числе о богатстве и процветании. Когда вы достигаете такого состояния, вы осознаете свою божественную природу. Вы начинаете видеть красоту окружающего мира везде, в ее полноте, и так ярко и отчетливо, что все, к чему вы прикасаетесь, начинает расцветать. Вы приближаетесь к творческим созидательным силам Вселенной. Поймите, что эта сила присутствует во всем, в том числе и в вас, и ваша задача – открыться и приблизиться к ней. Ищите красоту везде, сосредоточьтесь на ней, будьте в поиске ожидания красоты, излучайте энергию любви, красоты и добра, и тем самым вы будете настраиваться на созидательную силу Вселенной и сможете легко и непринужденно решать любые вопросы и проблемы, в том числе и финансовые. Как только вы гармонизируете свои мысли и начнете концентрироваться и сознательно закладывать в свое сознание образ изобилия, ваша жизнь удивительным образом начнет меняться, и у вас появится внутренняя сила, спокойствие и уверенность. Дух свободы и творчества входит в вашу жизнь. Вы обретаете внутреннюю силу и находите опору в своей душе и своем сердце. Когда ваши мысли, слова и поступки прекрасны, вы взращиваете прекрасную душу и соединяетесь со своим Высшим Я. Когда мы счастливы, излучаем любовь, добро и свет, мы повышаем уровень своей энергии.